Оценить украшения для новогодних праздников малыши из детского сада номер 50 зовут Деда Мороза и Снегурочку. Месяц дети вместе с воспитателями готовились к этой встрече. Рисовали и вырезали наклейки для стекол. Так на окнах появилось 6 елок, десятки снежинок и все 12 символов восточного гороскопа. Новогодние картинки теперь видны издалека. Подоконники украшают золотые фигуры кошек, белок и поросят, которые дети сделали в технике паперкрафт. Это моделирование объемных граненых фигур из бумаги. Именно вот эти сгибы проделывали все дети. И потом уже, когда склеивали педагоги, а разрисовывали вот с золотистым оттенком, от золотистой краской, это также дети и воспитатели.